Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы с вами в экотехнопарке SkyWay и расскажет о стадии готовности его к запуску руководитель организации строительства закрытого акционерного общества струнной технологии Сергей Викторович Зайко. Добрый день, Сергей Викторович. Добрый день. Подскажите, в такой погожий прекрасный день, какие работы проводятся на веренном вашему попечению объекте? На сегодняшний день выполняются работы по наружной отделке первой анкерной опоры высокоскоростной линии. То есть ведется утепление фасада, значит, устанавливаются витражи. На сегодняшний день установлены каркасы витражей, часть витражей уже остеклено. И в ближайшие недели две будет выполнено полностью остекление всего здания и наружное утепление этого же здания. Значит, кроме того, значит, готовится уже на объект поставлен первый элемент высокоскоростной линии, металлические фермы, значит, которые будут устанавливаться на стапель, выверяться на стапеле и в последующем будут доставляться на место установки и на место монтажа. Это что касается высокоскоростной линии. Насколько я в курсе, в ближайшие дни ожидается еще доставка в экотехнопарк нескольких пролетов или ферм, как это лучше назвать, грамотнее. В ближайшее время, день-два, поступит еще три полуфермы, которые опять же будут соединяться на стапеле и потом поставляться к месту монтажа. Спасибо большое. А что касается той путевой структуры, которая ближе всего к завершению, я имею в виду легкую транспортную линию. Что вы можете рассказать о ее степени готовности? Готовность у нее тоже уже достаточно высока. Значит, сварены металлоконструкции путевой структуры. Значит, они по всей длине и готовятся к дальнейшему монтажу. Сейчас на нее будут наварены дополнительные усилители стыков. Вот, готовится путевая структура готовится к протяжке канатов, после чего она будет смонтирована на промежуточные опоры, которые уже установлены. В подтверждении слов Сергея Викторовича вы за моей спиной можете видеть, что рельсы струны уже дотянулись до второй анкерной опоры и уже все готово для того, чтобы их поднять и натянуть уже непосредственно саму струну внутри, которая и придаст необходимую прочность и прямолинейность всей конструкции. Также мы можем с вами увидеть, что на обратной линии уже установлены обе анкерные опоры. Это уже вторая, первая с той стороны. Ну и промежуточные высокие опоры уже также здесь. Но что о них говорить? Лучше увидеть. Давайте пройдемся к ним. За моей спиной вы видите уже смонтированные две высокие промежуточные опоры второй или легкой линии SkyWay. Вы уже знаете, что и Unibike, и Univus готовы, поэтому ничто не мешает буквально, я не знаю, в ближайшее время начать испытание и путевой структуры, и подвижного состава SkyWay. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsv-systems.com. Поддерживайте наш проект, ибо финишная прямая уже видна. Строй SkyWay! Спасай планету!